для того, чтобы убрать мерцание, я поставил, подключил к ней плату. Эту плату я взял из старой лампочки, которая не мерцала. Чтобы ее вытащить, нужно отпаять два контакта сверху на этой плате, и она легко вытаскивается. И теперь сюда, на этой плате, к этим двум контактам припаиваем вилку, вход на питание из розетки. А здесь два контакта, плюс и минус, к ним припаиваем уже провода на лампу на саму.
Эту плату временно я сейчас такой закрепил, установил на входе перед самим светильником. Это вот провод питания. И здесь плата. И дальше идет уже на светильник провода. И получается, что любую лампочку, которую я поставлю в этот светильник, у нее не будет мерцания. Даже самая дешевая лампа, которую я куплю, у нее не будет мерцания. По такому же принципу я уже сделал прожектор. Он тоже мерцал, не очень дорогой прожектор был. Я тоже к нему подключил такую плату, и он уже работает некоторое время, и мерцание у него пропало. На моем канале есть отдельное видео, как я сделал это, как подключил. Мерцание, как известно, не очень хорошо воспринимается человеком. Из-за этого может даже болеть голова, плохо влияет на сон. Ну и когда снимаешь видео, тоже полосами все идет. И это не снять. Кстати, один из способов понять, мерцает светодиодная лампа или нет, это навести на нее камеру телефона, и будет видно сразу же на экране. Если появляются полосы, значит, эта лампа мерцает.